Сегодня Вэлли ставит батуты вот в этом вот маленьком отельчике Mimosa Beach Hotel, но он, как говорят, там типа крутой отель, маленький, но пляжный. Сейчас посмотрим, что там поснимаю. Мы приехали, а там стоят такие венки возле входа. Я говорю, что тут похороны, что ли? Я говорю, нет, это на свадьбу у них такие носят. Свадьба или поздравления какие-то. Капец, у нас венки на похороны такие. Сегодня Вэлли работает на экстра в отеле Mimosa. Вот как он работает. Классно, да? А я тут стою, жарюсь на солнце. Даже Эмили плавает. Вот это все батуты, вот эти все штуки, родео, мяч, это все с их конторы. И вот этот батут тоже. Сегодня день рождения у мальчика. Бычок залез на бычка. Вэлли проводит соревнования для детей. Мальчик носик разбил, да? Вэлли повеселился, а теперь он, надо это все сдувать. Самая сложная работа теперь осталась. Дети начали развлекаться на вечер, когда уже темно, они все на батут. Опа! Вэлли уже когда собрался, забыл веревку. Пришлось нырять опять. Наконец-то мы дождались дождь за полгода. Первый дождь за полгода. С апреля или с марта даже не было дождя. Вот это уже прорвало, так прорвало. Ливняра такой и гром с молнией. Аж страшно, гром. Сейчас как громанет. Боже, капец. Я так грома боюсь. Дось, ну как петушок делает? Молодец. Ку-кругу. Это денег. Дось, ты за папой соскучилась? Чё ты папе на голову залезла? Соскучилась? Мы вышли прогуляться вечером. Дось, не трогай. Хотела вам рассказать то, что на Кипре вот это такая фигня у них. Они на ночь вот в магазины, к примеру. Вот магазин уже закрыт. И половина вон сзади закрыта, но они никогда не тушат свет. Потому что здесь солнечные батареи. И чтобы реклама все время горела, привлекала людей, они не тушат все вывески, все внутри, все время освещается.
свадьбы. Вот так у них проходят на улице. Все едут, пиликают, сигналят. Еще могут стрелять.